наркома. Пишем тоже на мою стихию. Главный писатель, он недавно выступает, причем с первым поэтом, членом Союза писателей. Он постоянно этот самый председатель поэзии. Мой Игорь Георгиев учитель. Убирай свою ёбку, Сань. Нет, не уберу. Не, она из двух... Поедем на крыше. Она из двух частей состоит. Из двух частей. Мы в открытой машине поедем. Сейчас ёлка поедет. Сначала, сейчас должен начать, а так ты слушай, сейчас начинаешь. Это бесконечно, долго не всегда голос такой читать, писать смех. Это под фанер, это ближе к этому. Годом вам, друзья мои, всем желаем счастья и любви. Звон бокалов снова радость нам принес, ее дали. Добрый день, мороз. А у меня есть эти самые друзья мои, как кругом прекрасно посмотри, наливай бокал шампанского полней, мир становится добрее. Кому Деда Мороза была? Деда Мороза, кто ты? Кто делал народ его просмотрел? У него шляпа, как у него шляпа. Она не сжигает без своей шляпы. И он вообще такой. На ней лежат снега. Улетает зимняя луга. Она, что нам вдруг повезет, наступает Новый год. Сейчас микрофон будет. Это пробка вчерашняя. Мы даем на окончание всего. Саня, откуда снимать? Зашел? Будем снимать, что будет на снимать. Отсюда, и потом оттуда рядом. Оттуда я не буду. Сколько сумки надо убрать, чтобы не было этого. Все зависит от вашей фантазии. Ну, они будут вот так. Все слышат, да? Я громко достаточно говорю. Замысел такой. Сейчас мы сделаем пару песен, и Рома споет, для того, чтобы разогреть как-то людей, чтобы как-то вот, ну, это было. Именно так, да, надо разогреть. Это первое. Второе, значит, и потом начинаем снимать. Мы должны снять всего 5 дублей на видео. 5 дублей.
борьба с ними, которую мы вчера, значит, о том, что нам пришлось поработать вчера, знаете, как мы вчера вместе там в ужасной обстановке. Сегодня работал, мы были полночи, на студии писали. Слышали, да? Да, да, правильно. Ужасно, на студии писали. Я подонок, кстати, тоже. Записалось, а если поумало, хорошо, но... Не дают? Ну, короче говоря, мы не две под это. Нет, нет, ничего, но не очень хорошо. Я поясню так. Дело в том, что когда писали дома, у нас драйв был. Дело в том, что в этих делах всегда должен быть драйв. Да. А там драйв, когда в студию пришли, они поделились и по одному, драйв куда-то пропал. Вообще это исполнители, конечно, потрясающие. И трава закончится. Поэтому, да. И поэтому, значит, драйв закончится. Нам сегодня надо все правильно сделать. Я сегодня специально пригласил людей с хорошей, доброй энергетикой. Должно быть доброе, хорошее настроение. Все должно быть. И чтобы мы Новый год встречаем. Все должно быть. В конце концов. Пять дублей делаем. Значит, начало везде, вот, из-за чего вчера у нас не работало, там идет дело в том, что всегда перед Новым годом бой курантов где-то 12 раз. Для чего это сделано? Это сделано первое, для того, чтобы все попали в кадры, чтобы потом, потому что люди переживают, сейчас будет Новый год, понимаете, и вот сейчас руки уже чешутся, вот там шампанское стоит. Вот. Поэтому, значит, мы должны, вот эта минута идет бой курантов, и вот и мы должны как-то разговаривать, нервничать между собой и так далее. Ну, ладно, хорошо. Дальше, слушайте дальше рассказываю. Я сейчас, я говорю об этом, главное. Текст специально, чтобы все видели. Значит, там всего 4 куплета. Мы хотели, честно говоря, хотели, чтобы все пели там по 2 строчки. Но дело в том, что получилось так, что они вчера такой дурдом у меня дома устроили вместе. Но они великолепный дурдом сделали. Но на студии такого не получилось, вчера, но, к сожалению. Поэтому я боюсь, что если мы сейчас по 2 строчки сделаем, люди не готовы, мы с вами пропишем 4-5 часов, наверное, я думаю. Вот последний куплет вместе все споем, потому что здесь все поющие, как правило. Вот. Поэтому все будет нормально. Да. Следующий момент такой, по замыслу, по нашему проекту так. У нас есть реквизит вот этот, он, в принципе, прикасаемый, мы его, конечно, можем использовать. Там даже, что же там надо быть водку принесла? Ну, водку пьет, да. А запускайте. А как водку не закончить? Ну вот. Вот. Меня не видно. Все слушают, да, ну? Да, проводку. Ровно 12, стоп, вот. Я, мы Женю, назначили Женю у нас, доктор наук, профессор. Назначили его, значит, ответственным за открывание бутылки. Ты умеешь открывать бутылку? Вовремя, да? Надо вовремя открыть. Ровно 12 часов открыть бутылку и начать наливать. Подбоешь, сможешь это сделать, такую задачу? Кто умеет шампанское открывать? Нормально. Я за 2 бутылки. Значит, вот, шампанское мы отпускаем по 2 бутылки на 3 дубля. Понятно, да? Значит, смотри, здесь может быть накладка. Потому что тепло. Я специально студию все хожу, оно ледяное. Я специально ночью остудил. Мы уже вчера уже пол бутылки пролили, поэтому я уже кладу. Все. А сейчас мы пока делаем тогда вот Рома. Сейчас нам споет тогда. Давайте сейчас. Рома вам спею. Рома здесь. Девочка, надо кому-нибудь дать. Так, Рома, вот это очарованное. Я хочу, чтобы ты очарованное колдовное сказал. Вот это, о, может быть, на елку небольшую их? Она не освещается. Она, да? Рома, начало на колонну? Рома, правильно вы? Начало на колонну? Провода мне осторожно, начало. Нет, а где она? Какая? Я там подруга. Я же не знаю, где она. Следующая. Остановить сейчас. Мурку давай! Вот, давай. Мы только подготовили, ну, у нас, в принципе, вон микрофон тебе. Давай, Олежек, сними нас тогда, пока вот он две песни споет самое, и пока для начала. А как в него? Подожди, а ты рядом. Включи микрофон. Нет, а как микрофон? А он... А, подожди, а микрофон, ты как мы включим микрофон? Что, на пульт? А с пульта сигнал идет у нас сюда, правильно? Сигнал идет, а у нас CD, сейчас, CD идет. А там CD не предусмотрено, ты понимаешь? CD не предусмотрено. Да, все равно. Ну, нет, тогда не так. А? Рома, это простой вариант, на сцену. Спасибо.
Ну, смысл еще раз, мелодия такая, сейчас играю, хотя мы сейчас включим там будет смысл. Значит, он вообще работает тогда, мы не сможем их делать. А вот какая вторая, кажется. Вторую? Нет, я понял, вторая. Кажется, вторая. Он должен работать параллельно. Но не будет, нам надо сам клип снять. Так, потом. Так, это диск еще пока. Значит, да. Сделай еще, Александр, а ты там все делаешь. Вертикальные снимки. Я тут это, понимаешь? Так, все сделаем. Нет, в принципе, она сейчас должна работать. Поверни, только нам надо. Сейчас на плей пока. Включу, попробую. Они узкие подключаются. А в елку не попадает? Да. Саш, можешь я попросить на секундочку? Да? Ну только кадры. Да, да, да. Там тоже просто провокация. Жалко, что скамейки не видно, потому что, ну ладно. 3-4. Еще раз. Еще раз. 3-4. 3-15. Нет, они только дурак. Это типа Дед Мороз там спрятан. Валяйте, пьяный уже попил. Раз, два, три. Ну ничего, так мы сейчас. Да нет, я ничего, я разобрался. Сейчас давай. Сейчас, давай. Шевелиться можно? Можно, можно сейчас. Попробуй. Там елки пришли. Поставь бутылку. А шампунь? Иди шампанку. Давайте водки. Боже, водки. Дайте бокал. Сина будет отбиваться бутылкой. А девушка, бокал. Ну сейчас, видишь, вон так, потому что нет. Чизы. Язычник.
начинаю клип снимать, как это полностью Александр Лазарев и Екатерина. Она посередине должна между персами стоять. Все остальные находятся чуть-чуть дальше за ними. Столик. Да, секундочку. Один момент такой. Внимание, еще раз повторяю. Дело в том, что мы, по сути дела, будем вживую записывать, как оно будет. Но дело в том, что под эту музыку, а вы будете просто подыгрывать. Это будет все равно слышно, хорошо, не слышно, не имеет значения, потому что там звук нормальный, то есть мы запишем на камеру. Вот, Стасик, вставай за клавиши. 2 часов, 12 часов ровно, когда исполняется, 12 часов, ну сейчас потом повторим. Как ее остановить? Не надо остановить. Там трогает шаг, особенно во время записи, не надо. Вам придется шаг. Еще раз повторяю, 12 часов бой курантов, ровно 12 часов, ответственные два, открывать две бутылки шампанского, все берут по стакану, второй ряд по стакану, который берут, там, на кого хватит, ну, вот этого всякого шампанского, все берут по стакану, в смысле, по фужеру. И разливаете всем, то есть мы, эти начинают петь уже. Но конечно тоже на бодри надо хуже отдать, они, правда, не пьют все. Нет, Лазарев пьет. Поэтому вы тоже обязательно, вы на переднем плане, вы берите шампанское тоже, берите всех, кому достанется. Потому что мы, я так вчера... А мне как всегда не достают шампанское. А? То не за рулем, то не за шампанское. Нет, ну вы для вида, вы не пьете, но хотя бы для вида. Не пьете мне передавать за вида? Да, девочек, впереди, конечно, Сэм. Вот, девочек, красавица, вот сюда. Да, вот Катя на середину, она поет, потому что, а девочек, ты вот здесь, а вот так, наверное. А вот место встречи с Лазаревым, вот так, да. Надо обязательно, чтобы вы все улыбались. Саша, а может нам вот... Нет, я уже вот... А вы подумайте сами, я-то сам не могу, вы должны сами продумать, как что... Так может бокал уже сразу раздать? Надо раздать, я и говорю, я просто не могу раздавать. Я говорю, а все будет. И стол поближе пододвинуть. Можно стол поближе пододвинуть туда-сюда. Все берут, обязательно только передний план, всем по фужеру надо передний план. Обязательно, это вам для сердца. Потом можете товарищу отдать там другу, если вы не хотите. Потом хотите. Саша, да. Можно я скажу? Правильно, что делать? О, красота. На самом деле, вы уже по-новогоднему выглядите, уже очень хорошо, прилично. Сейчас напьемся шампанского вообще. Там еще водка есть, да? Поехали, пойдем. Я вчера уже в машине болел. Нога! Пока развивать не надо, потом будем развивать. Нет, первый начал Ромка. Ладно, давайте порепетируем. Вот мы репетируем. Вот 12 часов мы развиваем шампанское, заливаем и... Да. А вы стаканы должны подставлять. А может второй ряд в копеечку встанет, чтобы повыше ему. Вы старайтесь так, как вы же можете перемещаться, не надо ему стоять. Как, вот это так хорошо видно. Да. И вас только тоже сюда чуть-чуть, туда чуть-чуть. Вот так. Слушай, 12 раз. Потом они начинают петь. Последний куплет. Где? Давай. Катя, где последний? Последний где? Да я уже совсем сказала, все забыли. Аж, Саш, не волнуйся. Вас, друзья мои, всем желаем счастья и любви. Звон бокалов снова радость нам принес, ее дарит добрый Дед Мороз. С Новым годом вас, друзья мои, как кругом прекрасно посмотри. Наливай бокал шампанского полни, мир становится добрее. Зимний сказки тут.
сердце. Ты найдешь его. Фонограмма низкая опять. Бриллианты лишатся. Да, да, не та, не та. Сейчас поднимем. Мы поняли. Это будет Наступает Новый год.
Поработаем мы. О, нет. Покончим. Да, если вам не сидят, ну как вы? Да. Давайте же наливать. Пока аккуратно. Thank you.
Слушай, а Саша, все, сейчас снимаем опять. Саш, еще. Поехали. Что вы мне еще Стоп. Стоп. Дорогой, вот здесь. Так, подсоединяйтесь, подсоединяйтесь. Да давайте уже. Да, подождите, подождите. Нормально. Включайте, включайте. Шампанским борозды!
Не оправдывай, она отломаться может, Игорек, она не предназначена. Она не предназначена. Друзья мои, всем желаю счастья и любви. Звон бокала снова радость нам принес, ее дарит добрый Дед Мороз. С Новым годом вас, друзья мои, как кругом прекрасно посмотри. Наливай бокал шампанского полни, мир становится добрее. Отлично сейчас. Это мы просто... Нет, у нас сейчас не тише, у нас здорово. Сбудутся надежды и мечты. Ты сегодня вновь поверишь. Бриллиантами лежат снега, улетает зимняя пурга. Yeah!
года. С Новым годом, дорогие друзья! Yeah!
Скажу, чем каждый раз, знаешь, это поэт посетит. Хозяин этого арт-клуба должен просматривать. Я не спорю, но хозяин дело с Новым годом. Хозяин, да поэтому у нас двойной. А, травит просматривает. Разрезай ножницы. Разрезай. Иди банан ты лучше съешь, чем резать что-то. Нет, надо помочь Адаму. Есть нож или ножницы? Сейчас все в один день. Ага. Не, ни одного. Нам всего лишь засос остался, все, ни одного компромата не будет вообще. Ну а что, я люблю действительно ваши песни. Засос? Ваши песни в засос. Я люблю ваши песни в засос. Слушай, а нужно много. Пример. Это Саша, она стихи напишет. Я люблю ваши песни в засос. Я люблю ваши... Знаешь, ваши песни или песни? Катюш, ну ты такая вообще, на такой колесо, Егор. Да я уже стоял. Он уже двух да стоял. Я на всем стоял. Он уже падал. Я уже падал, целовал везде, где мог. Попа только не охвачен остался. Ну что я могу сделать? Я готов целовать песок. Да, на который ты сходила, да? Понятно. Теперь такую песню тоже. Рум! Ну вообще ж мне осталось сделать выбор, это нет. Иди к нам. Нет. Хорошо, понадобится. С Новым годом! Ты знаешь, а толк со сценой? Я всех! Понимаешь, когда ты со сценом шел, ничего не нужен. Вот и все. Это тоже войдет. Это тоже войдет. Ребят, что? Подержали, иди. Да, можешь. Понедельник, может, работает кто-то. Работает, а там... Какой-то пошел разговор. После работы. Из института, так сказать. Давайте, задача оператора. А мы еще на работу. Ёлку Ромина надо разобрать еще. Давайте, нет, давайте, потому что, смотри, ребят, 3-4, давайте. Давай. С Новым годом! Скажи, а пошире рты, можно крупным планом.
Отлично. Девчонки, снимайте это дело. Катя, я тебя рисую. Катюшка, все, ты будешь. Екатерина, батька у нас. Отчество не знаю, но все равно красивая. Рисую тебя я. Если не красиво, нарисую. А если нарисую красиво, то 15 поцелуй прекрасной принцессы. Можно я палочку? Нет, нет, это палочка. А, давай, давай, продолжай. Есть зеленый маркер у кого? У нас имеется. Сдаем в аренду. Ну что, целовать тебя? Это есть что пожестче там? Нет, придумал. Выпить со мной. Экспансия, смотри какая. Экспансия. Саша, инвайдер. Инвайдер. Саша, инвайдер. Я же говорила, говорится, главное, чтобы без матов, а остальное, можно три точки, в принципе, а так нормально будет. Так я все вижу, супер, прям расписано во всех в полете. Да. А язык? Какое число, девчонки? Какое сегодня число-то? 18-е. Мать его. Сегодня первое, ноль... Я бы мог тебе ответить. Ноль первое, двенадцатое. Да, 11. И рядом еще пиши. Катя! Это Като! Като, мой друг! Слушай! Нет! Друзья, всем пока! Игорь, я потом... А на пасашок? На пасашок! Вылазь! Остреляную! Пиши мне ВКонтакте, я есть у Саши. Теперь надо помочь им добрать. Давайте я распишу еще, давайте. Давай. Дедок, давай. Красным. Красным. Я доволен. Да, я удовлетворен. О, это еще круто. Get no satisfaction. Да, я доволен, но не удовлетворен. Свободен. Так лучше будет. Супер. Да. Супер. И главное, побольше всякого такого. Супер. Свистки. Мью, мью, мью. Мью и... А, 2011, кстати, да. Так, 2012. 10. Да, я писала, пишите. 2011. А иначе будет неправда. А 2010 мы в черную рамку. Нет, нет, какую черную рамку? Ты что? Мы проводили. Хороший год был. В 2010 не было таких ужасных событий, как в 2009. Да, я так, я просто так. 2010 был хороший год, поэтому... Все, убегаю. Я был там. Так. Мы это сделали. Сашка, по-английски, ты по-цыгански. Ну, я тоже твой ребенок могу помогать. Тем более маркер. Да. Тем более что-то красное. Я надеюсь, не бабочку? А где одна? Дедочку. А что сказал? Да пить. Ну, сядь, постой. Да, ну, хватит, это же Саша. А еще? Сейчас тебе морду будут бить. Не надо, всего лишь Катя написано. Нет. Там стрелка. Я тебя воспитываю. Будярт. Пошел. Я не успел до конца, ну. Катя, да и Катя. Блин, а? Со всей стороны. Это не под платье. Ну почему красный? Ты что, не видишь, какого цвета? Так. Рисуй леопардовым цветом. Леопардовым. Сейчас. Вот тут себе. Красный творяет. Значит, надо синий. Использовать синий.
А ты посмотри, как это стало популярно, а? И заодно и что написано. Было не менее популярно. Снимают уже не только не смотрит, но и уже сзади пошел. Ну пошли дернем что-нибудь. Что? Коля, Коль! Даже полярный, когда человек честный, делает, и совесть, отличный человек. Отлично, Ром, блин, я буду просто не мысль неделю.
Супер, спасибо! Спасибо! Рома, супер, спасибо, блин, отлично! Рома, ты еще и художник, оказывается. Налево не точно, ты ручник. Придется принять. Саше придется ванну. Нет, монгольский гражданин. Придется, да. Только так будет. Монголы не моются. Не моются, не моются. Ну, да, но курит, курит, наверное, что-нибудь, нет? Да, конечно. Но бьют хоть что-нибудь, нет? Бьют. Вот, мы пошли к как монголам, мы пошли к монголам. Но мыться не моются, поэтому... У нас две машины, две машины. Здесь песня новогодняя может нарезать. Тем более, ты наизусть выучил, я вообще в шоке. Горек, мы все сделаем нормально. Ага. Кстати, спасибо тебе, не было какого-то осталось. Надо бы допить, она же не выливает. Но больше нет. Давай. А больше нет. Ты не будешь ругаться, что мы садами послали твоего? Пусть плохо кругом. Но музыка людей, она... Прибавь сюда, я так же. Вдохновляет, и всем становится хорошо, понимаешь? Цыгане... Вот я почему хочу сказать. Вот русские цыгане, испанские цыгане. А тем более наши родные, понимаешь? Давай за наши цыганы. Все. За цыган. Спасибо вам, ребят. Здоровья вам, счастья вам. Самое главное. Мы сделаем потом по-другому все будет, и будет все равно красиво, понимаешь? Ну, потом вместе подумаем и все. Это не имеет значения. Чтобы был свет, мы подумаем потом. Молодец, здорово. Я тебя спасибо. Ты молодец. Все, да. Хорошо, спасибо большое тебе. Ага. Давай.